Сетки, вот как раз кто-то на цветах сойдет, сходится именно в схватке, предположим, болельщик Спартака и ЦСКА. Не было таких эксцессов? Ну, на самом деле, вот именно на профессиональных турнирах нет, но в Москве у нас тоже существует тоже небольшое разделение, потому что встречаются представители разных команд в барах. Вот также один из членов нашей команды Борис, вот он представитель тоже красно-белых, он организовывал отдельную команду Спартака, и у них были такие поединки 5 на 5. Вот, можно сказать, это такой любительский вариант, вот, но достаточно интересный, когда команда борется с командой. Это Да, тоже это интересно. нововведение в армрестлинге, но вот как раз навеянное нам спортом командным. Пополнение в команде. Но я думаю, надо уже, можно не хитрить, уже выигрывать. Какой команде? Сейчас хотя бы два выиграть, а потом уже можно. Давай. Thank you.
Don't say.